Пятничным вечером в клубе Ever Jazz незабываемый коктейль из слов и музыки. Старые песни, знакомые мелодии, проникновенные истории о жизни и смерти, тюрьме и свободе, женщинах и плохих парнях. Команда из Екатеринбурга The Traveling Orchestra отметит концертом свой день рождения. Со сцены они исполнят музыку, пропитанную настроением истинно народного блюза. Международный союз педагогов-художников открывает выставку в Доме кино. Уже в седьмой раз на суд посетителям представлены композиции, выполненные в различных техниках и материалах. Авторы работ – это педагоги из детских художественных школ и детских школ искусств Свердловской области. В эту субботу на сцене мускомедии увлекательная оперетта «Герцогиня из Чикаго». Постановка в двух действиях расскажет о мисс Мэри Ллойд, решившей купить настоящего европейского принца. Странная затея даже для дочки миллиардера. Но лучше не сопротивляться, пока экстравагантная особа не вздумала купить Тауэр или Эйфелеву башню. Дом музыки приглашает любителей классической музыки на концерт «Образ русской души». Удивительные мелодии Чайковского, Глинки и Прокофьева прозвучат благодаря виолончелистке Диане Зиганшиной. Концерт подойдет не только заядлым поклонникам классики, но и тем, кто совсем с ней не знаком.